задумываем, что мне ожидать от моего партнера, какие будут действия он совершать, какие поступки. Смотрим на Таро, оракул магии сердец. Посмотрите, карта ребенка, так, манипулирование и грань. Смотрите, значит, возможно, у кого-то в семье сейчас какие-то неприятности, ссоры, ругань, да, кто-то доведен до некого отчаяния, потому что вторая половина, она пытается манипулировать, да. Что здесь еще мешает вам? Возможно, есть третий человек, который мешает вашим отношениям и соблазняет, да. Карта путешествия как говорит о том, что вы можете либо куда-то уехать вместе, либо хотят развести вас. Но смотрите, карта совет – это договор. Постарайтесь пообщаться со своим партнером и договориться с ним. Тогда вы заложите фундамент вашей дальнейшей совместной жизни, и ваш враг будет поверх.